Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем прохождение игры Cyberpunk 2077. Итак, продолжаем проходить побочные квесты, немного отвлечемся от сюжетной линии. Итак, в прошлой серии умерла у нас Эвелин, получается, которую мы девочку спасали. Вот, и сейчас мы будем звонить Джуди. У нее, по-моему, есть какой-то план. Что-то она хочет сделать. Сейчас узнаем, что. Привет, Ви. Да ничего у меня нового. Лучше расскажи, как у тебя дела. Так. Ну что, как дела с брейн-дансами? Есть крутые записи? Ну, смотря что считать крутым. Порнуха покатит? Так. Давай сменим тему. Давай о другом поговорим. О воде без просто. Проблем, я не спешу. Разговор ни о чем. Слушай, я все обдумал. Я помогу тебе разрулить историю с облаками. Спасибо тебе. А то я, кажется, успела утратить веру. Во все. Встречаемся ранним утром перед мегабашней H8. Терраса на верхнем уровне облаков. Только ты уж приди. Ну так, какой у нас план? Погоди. Сначала надо поговорить с Майком Аэдой. Без нее можно даже не начинать что-то планировать. Так, а это кто вообще? Майку Маэда? Кто это такая? Она неофициальный босс в облаках. Довольно хороший. А официально она кто? Просто кукла, то есть никто. Угу. Как сразу голос поменялся, как будто она рядом стоит. Ты рядом стоишь? Не нет. Ты уверена, что эта Майка нас поддержит? Если бы я была уверена, я бы ей просто позвонила, а не уговаривала тебя помочь. Давай по-другому. Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает, а не вышвырнет в окно? Да, конечно. Но это уже что-то. Так, ну что, можно идти на встречу. Рано утром. Облака будут закрыты, сможем поговорить без свидетелей. Насколько рано? До 8. Встретимся у входа. Хотя нет, давай лучше на балконе над клубом. Зайдем незаметно. Никто не узнает, что мы там были. Договорились. На балконе. Так, ну окей, на балконе, так на балконе. Придем туда, немножко подождем. Я отвечаю за выход. Пока новости посмотрим. Что тут у нас интересного? Ну? Ух ты, это кто, блядь? Твоя синая семейка. Семейное оружие, что ли, блядь? Так, все. Выдвигаемся, значит, до облаков. Так, а время у нас позднее. Время у нас позднее. Нам нужно быстро перемещение. Тяна. 850 метров. В принципе, можно добежать. Ох, блядь, что-то происходит. Ладно, не будем лезть не в свое дело. У нас есть уже цель и есть задача. Поэтому будем идти к ней. Вызовем тачку. Где она? Вот она. Вот она, малышка. Едет. Через сколько мы прошли-то, а? Ой. Ну ничего, ты умеешь самовосстанавливаться. Не, управление все-таки тут классно, мне нравится. Физика четкая, вообще без изъянов практически. Каждая бутылочка шевелится, ее можно разбить, каждый ящик. В общем, все можно разрушить из мелкого. Все практически идеально. Так, это мы Джапантаун. Так, тихо.
Теперь они могут задерживать подозреваемых в уголовных преступлениях на срок до года, не выдвигая обвинений. Ого. Также блюстители порядка в Найт-Сити ввели новое правило, согласно которому выстрел в конечность является предупредительным. Это обеспечит безопасность полицейских. К другим новостям. Служба кибернетических технологий Найт-Сити... Да что, здесь не можем проехать, что ли? О, ну, приехали. Уходим. Простите, сэр. Можно вас отвлечь на минуту? Так. Идем наверх, значит. Так, лифт уже тут. Уп, облака. Вот, блядь, давай новости показывай. Yo-yo-yo, my chewers, shroomers, and boomers, Mr. Whitey here. Drop that little turkey right to the nearest store for a taste of sweet. Блядь, чё за дерьмо, дерьмо, блядь. Так, ну чё? Ну чё, наверх, на балкон, значит, идём. И надо будет подождать до утра. Ну, постоим, подождем, ничего страшного. Так, сюда, да? Тут под закоулком надо лазить. И... А, вот она лесенка, отлично. Так, всю херню сразу подбираем, чтоб потом не париться. Так, это значит здесь. Сразу посканируем, может что-то можно забрать, ничего нельзя забрать, значит просто ждем. Привет, Ви. Привет. Спасибо, что пришел. Ты что, все, закурила, ебать? Говорить с Майкой — это как играть в 3D-шахматы. Не дай сбить себя с толку. Может, расскажешь о ней побольше, чтобы я знал, о чем говорить? Нет, говорить с ней буду я. Так, ну, блядь, как хочешь. Я готов, идем. Бросай цигарку, блядь. Погоди, я открою. Тут довольно сложные замки. Такие без подготовки не откроешь. Сможешь обойти их защиту? Ага, я очень надеялась, что с тех пор, как я ушла, у них тут ничего не поменялось. Надежды оправдались. Как два пальца. Ну чё, заходим? Пойдем, значит, тут притон кукольный. На кровать. Джуди Альварес, сказала бы, что рада тебя видеть, но я терпеть не могу лгать. А еще, как ты знаешь, я ненавижу незваных гостей. Ага, я даже знаю почему. Мне казалось, после Шельм тебе падать уже некуда. Но теперь вижу, что ты скатилась еще ниже. Ты дружишь с теми, кому здесь очень не рады. Я о тебе говорю, Ви. О, блять, откуда ты обо мне знаешь? Я пришел за инфой и получил ее. Я старался, чтобы никто из тех, кто встал у меня на пути, не закончил бы в пластиковом мешке. Спасибо большое. А что тебе надо на этот раз? Снова будешь мучить наших кукол? Джуди хочет поговорить насчет облаков. Хочешь вернуться? Окей. Я всегда говорила, что ты классный монтажер. Не пойму только, зачем было притаскивать этот хвост.
Я не собираюсь возвращаться, потому что вы считаете кукол за мясо. И это не изменится, пока мы не отберем облака у тигриных когтей. Слушай, я понимаю, то, что случилось с Эвой, тебя потрясло. А я думала, ты ничего не знаешь. Было ясно, что ее ждет печальный конец. Странно, что он наступил так поздно. Мы должны что-то сделать, иначе со всеми будет как с Эвой. Дубман насиловал ее, пока она была без сознания, а потом продал. Как ненужный хлам. О, надо быть спокойнее, Джуди. Ладно, ты вроде в более адекватном состоянии. Объясни, в чем дело? Ты хоть знаешь, сколько стоит мое время? Ты подумай над тем, что сказала Джуди. Идея-то хорошая. Смотри-ка, у тебя появился первый настоящий фанат. Ты знаешь, что Дубман сделал с Эвелин, когда ей нужна была помощь? И ты согласна это терпеть? Ух ты, как она ходит, блядь. Левитирует, ебать. Клубом управляют боссы тигриных когтей. Знаешь, сколько я для них значу? Столько же, сколько вы и ваши проблемы для меня. То есть почти ничего. Так, и чё теперь? Так может, ты вообще не должна тут работать? Давайте я сделаю вид, что вы не приходили. По старой дружбе, Джуди. Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь. У вас будет два варианта. Или вы сами отсюда выйдете, или вас вышвырнут. О, встали. Это не угроза и не фигура речи. Заебись. Просто дружеское предупреждение. С меня встали. Сели, блядь. Разумный выбор. Молодец. А чтоб ты не думала, будто я совсем отмахиваюсь. Через пару минут Форест будет на техническом этаже. Один. Ты пойми, я тебе не враг. А я не спрашивала твоего мнения. Ебать ты, блядь, наглая. Чё, всё, идём отсюда. Как всё классно прошло. Она просто нас послала. Мне кажется, она тупо боится. Если что-то пойдёт не так, она потеряет работу или вообще жизнь. Поэтому лучше оставить всё как есть и не рыпаться? Ну... возможно. Чё, обратно идём все? Ух ты, как умеешь. Я тоже так делаю. Блин, красиво, красиво. Между вами что-то было? Давно. Мне тогда просто было одиноко. Как и всем в Найт-Сити. Она тогда была совсем другой. И я тоже. Чё-то, блядь, с лестницы не получается. Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять. Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным. Дружески похлопать тебя по плечу или всадить нож в спину. Да, полностью согласна. Просто она... когда-то мне очень нравилась. Я не сразу поняла, кто она на самом деле. Но какая бы ни была, без нее никак. Блин, а ведь я могла утром уехать поплавать. Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть. Да и мне тоже. Да, только это будет не совсем отдых. У меня есть одна идея, я над ней работаю, но пока не уверена, что все получится. Что за идея? Ну, да. Я что-то не очень представляю, как ты валяешься на шезлонге и пьешь коктейль через трубочку. Если я лягу на шезлонг, я начну думать, как все могло бы быть. А мне как раз этого и не хочется. Ну и что делать-то будем? Мне за тобой долго еще идти? Может, телепортируемся как-нибудь, а? Посмотрим пока на красивый город. Точнее, это башня какая, H8. Что-то вроде торгового центра. О, здоров, хер. Я рука светится. Ладно, недружелюбный ты, дядька. Погоди минуту.
Что сделаем с дупом? Чё, давай его... прикончим. Лично я не понимаю, почему этот гондон еще жив. Так что, идем к нему? Да, пошли, бать, разъебем его. Время убивать. Поехали на лифте, так будет быстрее. Технический этаж. Блять. Люди сквозь знаю, тебя ходят. Хуже корпоратов. Суки, которые метят в корпораты. Ты про Майка? Какая же мерзкая баба. Но надо признать, она верно оценила ваши шансы в этом деле. Ну да, Джуди, ты на месте, все в сборе. Ой, мои вы друзья, мои вы хорошие. А та баба, да, она чуть-чуть того, ебать. Мерзковато, ну. У нее есть свои интересы. О, блядь, ты а что, тут куришь, что ли? Откуда взялись? Где Майка? Зачем она меня позвала? Эвелин умерла. И ты пришел мне об этом сказать? Как это, блядь, мило с твоей стороны? Вот тебе. Поставь свечку. Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна. Я мог бы свернуть ей шею и повесить голову вместо люстры, пока она бы не начала гнить. Блядь. А я ее отвез к Риперу. Так что мне за это причиталось. Она должна быть благодарна. И вы тоже. Ну так вот тебе моя благодарность. Берегись. Ух ты, блядь, какой ты, блядь, шустрый дядька-то. Ага, ебать, а вот такого, блядь, какой у тебя прием, ебать. Опа. Ого. Ого, блядь. А чё так жестко-то? Ну чё, пробуем еще разочек, значит, его завалить. Здорово, хер. А вы тут, блядь, откуда взялись? Где Майка? Зачем она меня позвала? Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна. Я мог бы свернуть ей шею и повесить голову вместо люстры, пока она бы не начала гнить. А я ее отвез к Риперу. Так что мне за это причиталось. Она должна быть благодарна. И вы тоже. Ну так вот тебе моя благодарность. Нас убить эту кадетку. Так. Че, какой план? Гранатками закидываем. Так, где ты, хер? Вот он. Все, хватит страдать херней. Так. Гранатки особо не помогают. Вот когда мы вот стреляем в него. О, все. Сейчас, подожди, я кое-что у него заберу. Типа вот этой пушки. Типа вот этого, и вот это, и вот это. Все. Отомстили за Эвелин. За то, что ее этот хер насиловал беззащитно. Опа-на, здесь есть. Нет, мы это не сможем использовать. Блядь. Я думала, что почувствую удовольствие, облегчение. Все, нажимай первый этаж. Хочу да. Выбраться отсюда поскорей. Как скажешь, поехали. Мне казалось... он сдохнет, и мир станет лучше. И чувство было такое, такое сильное. Ну так мир и стал лучше. Одним махом мы спасли всех, кому этот выродок мог навредить. Подумай об этом. Они даже не узнают, что им что-то угрожало. У
Ну вот так вот и живем, короче. Так, дальше что ты нам предложишь? Куда мы пойдем-то? Ух ты! Это что, типа паркур такой есть? Еще раз. Уу! Нормально, нормально. Да ты запарила курить, что-то ты много куришь слишком. Надо вернуться к Майка с козырем в рукаве. Что, взывать к ее чувству справедливости не помогло? Майка убедит только конкретик. Так что дальше? Надо подумать. Нужно больше людей, это точно. Я поговорю с куклами. Позвоню тебе, как что-нибудь придумаю. До скорого, Ви, и спасибо. Ух ты, как ты исчезла из моей жизни, сквозь меня. Так, ну чё, значит, получается, нам надо ждать, пока она нам наберет. Ну, значит, будем ждать. А пока я предлагаю сходить по вот это здание, поговорить с полицейскими. Так, 900 метров. Ну, здесь мы будем использовать быстрое перемещение. Туда вот. Это что у нас получается? Значит, мы будем нападать на облака. Джуди будет искать людей. Кем нам это делать? И еще она хочет зайти к этой, как бы, боссу. Этой мерзкой тетке. Что-то и сказать. Так, полицейские вот эти, да, они ломились в дверь, по-моему. Сейчас пообщаемся с ними. Чё они тут? Чего тут? В чем дело? Я живу этажом выше. Вот и живи себе. Не лезь не в свое дело. Заткнись, Мендес. С соседями надо поговорить. Могу вам помочь? Возможно. Ты Барри знаешь? Ну так. Здороваемся иногда. Он друг наш, служили вместе. Недавно вот уволился. Ушел, когда потерял лучшего друга. Вот боимся, как бы глупости не наделал. Расслабься ты, Петрова. У Барри стальные нервы. Просто он злобный старый хрен. Мендес! Может, проведаешь его, когда он успокоится? Да не вопрос. Ладно, почему нет? Мы все равно рядом живем. Спасибо. Только будь терпимей. Он бывший коп в депрессии. С ним непросто. Сделаю, что смогу. Так, поговори с Барри. Ну, сейчас попробуем. Эй, Барри, у тебя там все нормально? Молчание — знак согласия. В другой раз зайду. Ну, окей, зайдем в другой раз. Тогда... Так, похоже, полиция сдержала своим соседом, он уже законом, а поиграешь. Разорю, в чем дело, если это санкт-петербургских, я бы хотел об этом знать. Все, ясненько, ладно. Это проезжаем. Так, сетевая магия. Поговорить с Никсом. Заказ от Никса, звучит интересно. Заказ от Никса, звучит интересно. Парень знаком с старых технологий и оборудования, которые использовали... В дата-крэша, деки, магнитные диски, до сюда многие берешь. Пользуются столько, сколько граммофонов, печатных машинок. Но лично я бы так не был так категоричен. Ну, давайте сходим. Уровень угрозы средний. Скоро новый так. Сезон. Чего, Игры престолов? А он уже закончился, алло. Блять. Какие-то движухи непонятные. Так, а где быстро перемещалка-то, я помню... Вот она, вот. Так, нам куда надо? Нам надо вот сюда. Посмотрим, что за... Никс. Да, его же Никс зовут. Что там он нам предложит? Что там у него за задание? Так, это у нас... Получается, посмертие клуб. Ну ладно. Ой, красава, уже знаешь меня, запомнил. Так, привет. Я к тебе потом зайду, я помню за гонки. Ух ты. Вылечит урон от атак на 10%. Аккумулятор
моноструны, малоемки. Мне это не интересно, потому что моноструны у меня нет. Так, ладно, нам сюда. Ви, братан, у меня к тебе дельце. Что такое? Большое такое. Интересует? Ну да, я ж пришел сюда, блядь, не просто так. Ладно, выкладывай. Я тут, короче, шарил по сети и нашел интересную штуковину. Секретную. Дай угадаю. Убойный допинг. Или пользованный мистер Перчик. Недорого. Да нет, Ви, я человек серьезный. Интересуюсь только серьезными вещами. Кто-то продает книгу заклинаний. Че, блядь? Издана еще до первого падения сети. Ну ты в этом шаришь, разве нет? Небось в курсе, сколько на этой штуке можно срубить. И я ее должен для тебя стащить. Не-не-не-не, ты что? Ее надо прямо купить, по-честному. А я тебе потом вдвое заплачу. И чё, а сколько она стоит? А и да, чё ты сам не купишь-то? А может еще за ящиком Николы метнуться? И чипсов прихватить заодно? Ви, ты сам подумай. Кто-то выставляет на продажу сокровища. Почему? Наверняка с отчаяния. А отчаявшийся человек опасен, непредсказуем. На ровном месте может психануть и за пушку схватиться. Вот я и прошу тебя пойти. У тебя на такой случай своя пушка есть. Да, блядь, ты интересно, молодой человек. А если, блядь, просто кинуть хотят, типа продадут, а потом в темном переулочке, ебать, по голове шныри, бабки ну, останутся. Возьмусь. И книгу вот, заберу. Молодец. Скидываю тебе координаты продавца. Ну что, удачи тебе там. Так, позвонить R3NO. Это кто, блядь? Позвонить R3NO. Контакт пользователя. Привет, есть для тебя работа, загляни к... Так. Пришло, спасибо. Добавлен как контакт. И где он? R3NO. Вот он. Позвонить. Надеюсь, не поздно. Эй, тебе нужна книга? В общем, да. Цена окончательная. Полная сумма сразу. Она опять достала не в шлинфу. Ну, знаем мы, сколько у них оружия. Да хуя! А толку-то, если непонятно, сколько их сидит в этом бункере. Так, и что за адрес-то? Адрес у тебя. А вот, вы получили координаты. Только попробуй не посуду глаза. Так. И вопрос. Так, все, покидаем это по смерти. И идем до места. Но. Так, блять, а сколько бабок-то надо? Все говорят, деньги, 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 а сколько денег? Тишина, ох, ебать, это движуха, ебать, какая. Так, выбрать место, чё нам ходить-то, если мы можем быстро переместиться. Вот сюда вот и переместимся. Отсюда уже на тачечке с ветерочком. Нюх! Раскучим, как говорится. Да. Блин, ну игра классная. Игра заебись, блять, ребята, советую всем, советую всем. Мне нравится. Блять, нихуя себе. Так, вызываем свою тачулю, красотулю, вот она. Не пластилиновая, да вроде не. И добираемся, значит, до точки. 500 метров еще. Возможно, стоит себе уже какую-нибудь тачку нормальную прикупить, чтобы гонять быстро. Вью-вью-вью. Для разнообразия. Так, Чартер Хилл. Это значит район Чартер Хилл. Ой-ой-ой-ой, на меня выдан ордер. Блять, вот. Тут повороты очень легко пропускать. Карта маленькая. И не видно, где и куда они. Так, вот он этот район. Блин, ну сначала оторвемся от копов.
а потом уже вернемся на место. Вот, все. Вау, 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 резкий поворотик. И следы остаются на земле шин протектора, когда тормозишь, поворачиваешь. Вообще все четко. Так, парканемся вот сюда, чтоб... Ну, выходи. Блин, дождик идет, ну... Классненько, все классненько, только я не понял. Так должно быть, я что-то не помню. Ну да ладно, бог с ним. Так, идем, значит... Это какой-то ресторанчик. Так, где этот хер? О! И чё? Так. Ну? Я вижу. Слушаю. Так. Я пришел за книгой. Я за книгой. Она у тебя? Конечно. Припрятана в безопасном месте. Хочешь знать где? Показывай деньги. Так, 7300? Так, мы не договоримся, отбой. Так, ты чё меня наебать пытаешься? Ну, вроде девочка серьезная, ресторан неплохой. Имплантов нету. Блин. Нагреть меня хочешь? Нет, конечно, я просто... Имей в виду, я страшно такое не люблю. Так и хочется на этом и закончить разговор. С применением грубой силы. Ты совершаешь большую ошибку. Я не пытаюсь тебя обмануть. И не думаю, что я беззащитна. Подготовилась не хуже тебя. Точно? Ну ладно, тогда на. Да, что-то мерзко пахнет от этой затеи. Ну ладно, поверю на слово. Ты не пожалеешь. Очень надеюсь. Иначе пожалеешь ты. Не то чтобы я пугаю. Скинула тебе координаты. Угу, посмотрим. Так, а мы получили, значит. Получили, значит, мы координаты. А чё тут это уже за штука-то? Непонятно. Мы её, кстати, могли в самом начале открыть, но я почему-то не стал открывать, а сразу начал разговор. Так, сколько? Куда идти-то? 60-50 метров? Это где-то рядом? Ух ты. Так, и... Открыть. А, что это? Херня какая-то. О, это план. Так, зашифрованный чип. Некоторые на один вами чип, и могут зашифрованный чип. Да-да-да, чип. Из надавления найдите его на вкладке чип. Раздел журнал, главное меню. А затем выберите взломать защиту. Ага. Этот зототеха. Крутая была штука в свое время. Так. Как там зайти в чипы? Так, нет. Так, журнал, чипы. Блять, и чё? Архивные диалоги. Это ничего не взламывается. Что за херня, блядь? Не взламывается. Не взламывается. Не взламывается. А вот, книга заклинаний. Ага, вот, F. Взломать защиту. Ну, давайте попробуем. 47 секунд у нас есть. Так, 55-1C FFBD. 1C... 5, 1C, FF, FF, вот, так, 55, 1C, FF, PD. Мы еще можем, значит, у нас. Так, 55, FF, и 1C, 55, FF, 1C. Так, на досках, конечно, говорили, что за тех...
Отстроил себе ебаный Алькатрас, но я думаю, что пиздят. Оказалось, не пиздят. У каждого входного порта модифицируется по питбулю в точке доступа. И смотряхи, я когда сунул стик, они пустили за мной аннулятор. Само собой, комбо из-за огнемитера 6 решил проблему, но я всегда немного напряглась. Моя Элизия в конце дымилась, как ракета. Все равно получилось. Если верите, можете сами посмотреть. На самом верху Затычевской крепости вместо их логотипа теперь стоит здесь была Спайдер Мёрфи. Бля, он это сделал. Он выпустил это распространяется у меня на глазах, биты. Тает на мороженое, бережная жопа, одни предложения. Ну, буквально. Ага, ну исходит позор старому порядку, пизда корпорациям. Е, ну что же, вот наш ошибся, сеть была зеркал. Можно разобрать. Блин, че за хрень? Ну, банда не установили там свои законы, служили, сидят за волну. Блин, какая-то тупо вода. Просто тупо вода. Так, ладно, возвращаемся, значит, к Никсу и отдаем эту книгу. И он должен нам отдать будет 15 евробаксов. Потому что я 7,5 своих отдал. Вот оно, быстрое перемещение. Так. Блять, я мискликнул. Ладно. Ой-ой-ой-ой. Не надо тут танцы устраивать на месте. Блядь, дядь, ну отойди, а. Вот. Врос, блядь. Быструю перемешалку. Ничего не сделаешь. Итак, мы на месте, идем по смерти. Отдаем эту непонятную, ненужную книгу. Так, он здесь. Здорово, дядь. Книга у меня. Так, я бы взял у тебя пару уроков. Это по поводу... Может, задание какое-то накинешь? Между нами, нетранерами. Может, дашь мне пару советов? Почему нет? Если бестию ты устраиваешь, то меня и подавно. Могу научить тебя паре хитростей еще времен Бартмаса. Рэйча Бартмаса? Того самого? Надеюсь, ты надо мной не стебешься. Перед тем, как исчезнуть, он рассовал по самым темным уголкам сети целую кучу всяких разных ледоколов. Да, говорят, он был параноик. Как думаешь, что с ним стало? Да кто знает. Но я тут раскопал кое-какие его древности. Давай покажу. Так, это что такое? Запрос. Обнаружены врагов и устройств, которые подключены к локальной сети. Длительность 20 секунд. Так у меня такое было. У меня этот запрос был. Ну ладно, на халяву заберем. Так, что тут еще интересное? Заставляет врагов прийти туда, где вы находитесь. Так, время блокирует врага, не позволяя его установить, но точно врага отключает эту способность пробивать препятствия. Не, это что-то хрень какая-то. Книга у меня. Деньги мои у тебя. Ну что, книга у тебя? Я же сказал, ведь. Я человек серьезный. В два раза больше. Вся сумма, как договаривались. Благодарю. Держи. Ты это честно заработал. В смысле 11200, блядь? Ты что, меня наебал, что ли, блядь? Так, вы получили перевод. Ну, в принципе, ладно. За минуточку хождения получил неплохо так-то. Так, встретиться с Такаемура.
Общаться мы ни с кем пока не будем. Так, а два товарища мы продолжим чуть попозже, потому что надо попозже подойти. Ухабистая дорога. Точком а вернуться к жизни словно Феникс. Вот, наверное, с вот этого задания мы и начнем. Добраться нужно до указанного места.